Друзья, чуть потише сейчас. Послушаем. Да, я отвечать не могу, поэтому... Вы разочарованы, еще здесь придется потерпеть. Да, Новый год – прекрасный праздник, потому что Новый год, провожая старый глазом, сердцем, требует итог. Ведь, по сути, год и время дебет с кредитом сведя, и смыслей составшей семя составляют и тебя. Вырастая, развиваясь, узнаешь себя. Кто ты? С кем в своем лице общаясь? Носишь ты свои мечты. Как зависим мы от времени? Что несет нам этот год? Астрологическое время информацию дает. Нынче год все наступает, называется козой. Прытка лошадь провожает, нрав покажет скоро свой. Ставить, тем не менее, люди временное стадо, мы по главу угла не будем и быть зависимыми. Идя вперед без остановки и теряя, и найдя, как в казах мы будем ловки, используя время проведя. И поможет вам, ребята, музыка в движении нам, школа сальсы бачаты, развивая танц и стал. Оказались артистично, будешь готовы к нам. Станет год всем симпатичен по утрам и вечерам. Но когда мы, ребята, на проценты на все 100, что и сальсы бачаты, где вы, Леша и Антон? Разрешите строго я сделать замечание от ребят. На тусовках парней много, а на уроках не хватает. А уроки так полезны на занятиях и мне. Мы становимся любезны и улыбчивы вдвойне. Девочки, девочка пластична, гибко, начинает понимать, инициатива есть ошибка, если в паре танцевать. Когда парень есть ведущий, ухо держит он за все. В этом опыте есть насущный, он не парень, он партнер. Танец учит много видеть, танец учит уважать. Научаемся мы слышать, а не только танцевать. Когда танец учит тайно, с тем убирая боль, тайное все станет гамном, станет в жизни ясной роль. Нам откроется познание, чтобы уши и глаза у вселенной мироздания. Да поможет нам коза. Может, будет она странной, то лясой, то козой, то синий, деревянный, с отличительной грузой, выносящая стабильность, вовлекая в кризис жизни. Мы спокойны, мы мобильны, так что ты, коза, это жизнь. Главное, всем нам здоровья, трудности одолевать и дальше продолжать с любовью школу танцев посещать. Часть начинается, она у нас будет любимая, затягивать не будем, и так затянули уже, заранее извиняюсь, от лица школы на себя вину не понимаю. Салатом я сеть под шубой отплодился с тобой, стоит так, включайтесь, если еще жив. Так, хорошо, я на паузу.